столице продолжается обустройство дворовых территорий. Так, на улице Гафеза рабочая техника задействована в асфальтировании дворов многоквартирных домов. Работы проводятся за счет администрации города. Начальник ремонтно-строительного участка при администрации города Цхинвал Инал Газаев отметил, что рабочим предстоит большой объем работ. Пока одна часть рабочих и техники трудится над укладыванием и утрамбовкой гравия, другие занимаются укладкой асфальта. Общая площадь территории улицы Гафеза составляет более 15 тысяч квадратных метров. Рабочими, техникой и материалами ремонтники обеспечены. На проспекте Алана Джоева рабочим предстоит заасфальтировать около 7300 квадратных метров. Эльвира Тибилова, Джонни Техов, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.